Сэм, привет! Сейчас будем делать уникальные вещи. Легким движением руки крышка превращается. Превращается крышка в элегантный стол. А теперь внимание. Опа-на! Huh.
зубец. Здесь сейчас попробуем взять. Очень тяжело. Мягко. Вес килограмм 25. Вот она. Как вы смогли заметить, технология пока далека от совершенства, но начало положено, значит, будет продолжение и будет результат. Вот такая получилась у нас конструкция. Здесь я использовал жидкий. Цельный на жидкой питательной среде для эксперимента. Вот такая вещь. А вот сейчас вторая часть марлезонского балета. Сейчас будет еще один вариант. Тоже такой вот себе творческий поиск. Но более такой осмысленный. И тоже довольно-таки хороший, как мы видим здесь. Итак, перво-наперво можно сказать, что уже есть какой-то, можно сказать, результат. Упакованный блок, то есть не блок, а тюк. Упакованный тюк, если его откопать. Значит, пленка выдержала хорошо стерилизацию кипячением. Вот, сейчас мы его достанем и попробуем его инокулировать. Так что подписывайтесь на канал и не пропустите вторую серию.